Всем привет на моем канале. Рад видеть вас снова. Меня часто спрашивают, почему не снимаю новые видео. Живу на Бали вот уже 2 года. Почему не снимаю новые видео? Вначале было так интересно. Но на самом деле, я канал этот создавал для того, чтобы делиться просто с друзьями тем, как вот, ну, какими-то интересными моментами моей жизни на острове. Для того, чтобы не отправлять каждому отдельно, я просто сделал канал и всем ребятам, друзьям своим отправил ссылочку. Они заходят, смотрят все, что происходит. Но уже целый год я ничего не делал, потому что, ну, как-то не до этого было, честно говоря. Не знаю, почему даже. Сейчас задают часто вопросы мне через Инстаграм. В Инстаграме иногда выставляю. Там намного проще. Взял, снял, сразу выставил, чем в Ютубе выставлять. В Инстаграме спрашивают, как ты там живешь на острове, 2 года уже, нужны же какие-то деньги, чем занимаешься, как работаешь. Ну, начнем с того, что сейчас расскажу об этом. Работать, конечно, официально здесь на острове просто так туристу нельзя. Нужно оформлять бизнес-визу, КИТАС и все такое. Это стоит около, кругом бегом, где-то 3-4 тысячи долларов, чтобы по-нормальному все было. И это за раз, и потом каждый год нужно платить там в районе 2500 долларов. Можно, но это нужно организовывать бизнес, заниматься этим. Я занимаюсь другими делами, я инвестированием занимаюсь, поэтому мне проще так, не иметь вопросов никаких с местными законами. А инвестирование — это такое дело, которое кормит человека везде, где бы он ни был. То ли вот тут на пляже, рассматривать можно волны, то ли вот тут я сижу за столиком, пью потихонечку кокос, таким вот образом. Занимаюсь трейдингом. Вот, например, пару дней назад слышали, да, кто трейдингом занимается, Ripple упал примерно на 50%. Я взял, продал биткоин, купил Ripple. Теперь смотрю, вот он отрос уже на 30%, видите. Купил я его по, вот my last trading, 4853 рупии за один Ripple. А сейчас он стоит 4933. Вот получается, сейчас скажу сколько. Смотрите, 28% за 2 дня получается выросли денежки. Вот. Ну это так, это игра, это оно, можно выиграть, можно проиграть. Еще чем занимаюсь тут, ну, немножко недвижимостью помогаю туристам иногда, но это как бы вопрос такой запрещенный, поэтому об этом даже говорить не буду. Там байки, моторбайки, все такое, тоже об этом рассказывать не буду, потому что это неофициально, нельзя этим заниматься. Смотрите, какая волна. Красота, да? Вот. А так занимаюсь я, ну, последнее время... Мой приятель Дима из Екатеринбурга, он подтянул меня в одну тему интересную. Может, слышали, Антарес такая тема. Она давала чистой прибыли 15% в месяц. И, конечно, банки такой прибыли не дают, и это хорошее было инвестирование. Я прокрутил там, ну, в общей сложности 3 раза свои деньги. Остался доволен. Дима, если ты сейчас меня видишь, спасибо тебе огромное. Благодарен тебе очень. Как раз в тему было все это. Что сейчас могу сказать? Сейчас я занимаюсь немножко другим вопросом. Тот, который для меня я сейчас считаю более выгодным. Делюсь с вами. Есть такая компания iMarketing, которая помогает зарабатывать инвесторам на покупках чужих, других людей. То есть они организовали рекламу целенаправленную, очень качественную, которая срабатывает очень серьезно. И получается так, что они организовали рекламу, по их ссылкам реферальным люди заходят онлайн, покупают покупки, либо услуги какие-то. А продавцы услуг и товаров делятся кэшбэком. Сейчас это очень распространено. Они отдают кэшбэк, там это автоматически покупка совершается онлайн, и кэшбэк возвращается на рекламную платформу. А они делятся со мной как с инвестором, ну и с другими инвесторами. Потому что в рекламу нужно вкидывать деньги. Кто занимался когда-нибудь рекламой на Фейсбуке или в Инстаграме,
это где угодно. Везде нужно вкидывать большие деньги. Для этого нужны инвестиции. Поэтому я считаю, что очень хорошо, когда каждый занимается своим делом. Торговец торгует своим товаром, рекламщик делает качественный товар, потому что он заинтересован не в том, чтобы просто продать свою рекламу, а в том, чтобы по этой рекламе люди заходили и делали конкретно целенаправленные покупки. Потому что именно от этих покупок он, рекламщик, получает зарплату. Очень выгодно. У меня когда-то был свой бизнес в Харькове. У меня было 2 магазина одежды. Очень много денег я тратил на рекламу. Результат был слабый, потому что рекламщикам было интересно только получить с меня деньги. А результат, мои покупатели их не интересовали, придут или не придут. Вот здесь очень все грамотно получается. Люди покупают, и с этих покупок реклама получает деньги. А я как инвестор получаю 50% от этой рекламы. Вот таким вот образом, это самое выгодное на данный момент, вот то, что я вижу. Я еще продолжаю находиться в Антаресе, но в основном все деньги уже перевожу туда, потому что в Антаресе получал я 15% в месяц, а в АНБ я получаю 50% от инвестиций в месяц. Это я слаще даже пирамиды никакой не видел. На самом деле я провел исследование, считаю это не пирамидой на данный момент. Если кому будет интересно, могу поделиться информацией, почему так считаю. Хотя, конечно, 100%, ну, никакая инвестиция не дает 100% гарантии. Это нужно тоже учитывать, поэтому нужно в разные портфели засовывать деньги. Поэтому у меня в iMarketing, в Antares, ну вот, занимаюсь криптовалютой, как вы видели. Bitcoin, Ripple, Tron, Binance, Binance это BNB. Все это, ну это все такое, нервозатратное дело. Золотом торгую на бирже тоже. Ну, честно говоря, получилось так, что, ну не буду даже цифры называть. Вначале я хорошо имел, потом прогорел, как это получается у многих, которые торгуют с плечом. Кто знает, тот поймет. Вот. А здесь спокойненько сейчас получаю 50% в месяц, доволен. Вот. Сижу на пляже. Смотрите, какая красота, волны какие. Если нужно массаж, вот тетеньки ходят, предлагают массаж. Есть массаж, Багус? Массаж, Багус, реклама, массаж. Все, пожалуйста. No, me massage, I say, if you need, somebody will come for your massage. Да, вот, пожалуйста, сделают вас массаж. How much massage? How much one massage? For one person? One person, yeah. Full body, yeah. 200. 200 тысяч рупий, это чуть-чуть больше, чем $10 стоит массаж. Пожалуйста. Если кому интересно, приезжайте на Бали. Но это такой пляжный массаж, 200 тысяч. Качество не очень хорошее. А в салоне за 150 тысяч, за 120 тысяч, это меньше, чем за $10. 10, в среднем $10. Час массажа. Есть такие себе средненькие массажисты, а есть очень серьезные, ну стоит там 150-200 тысяч. Но это тоже все равно меньше $20 за час, поэтому, если что, вот, пожалуйста, на солнышке погрелся, потом на массаж, и все классно. Вот так, отчитался. Кто спрашивал, на что живу, я думаю, внятно ответил, примерно так. Ничего особенного, криминалом не занимаюсь, занимаюсь честным бизнесом, честным инвестированием. Вот так. Может, теперь буду немножко больше рассказывать о том, чем тут, как тут живу. Потому что путешествую по острову. Очень интересный, хороший остров Бали. Очень люблю его. Был я в Джакарте, там тоже кайфово. Но здесь больше всего мне нравится. Вот так, друзья. Желаю всем удачи, всех благ, всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.